1-2 апреля в Омске прошли чемпионат Сибирского федерального округа и первенство Сибирского и Уральского округов по восточному боевому единоборству в спортивной дисциплине «Сетакан». Борьбу за медали вели более 350 участников из 6 регионов. Мы принимаем очень важные соревнования. Я желаю всем спортсменам показать высокие спортивные результаты, судьям объективного судейства, зрителям красивых побед. И пусть победит сильнейший. У прежних команд, у них тренеры очень квалифицированные. Это чемпионы мира, чемпионы Европы, заслуженные мастера спорта международного класса. Поэтому там как бы и подготовка, конечно, на совсем другом уровне. Поэтому очень, скажем так, грандиозный обмен опытом сейчас происходит на наших соревнованиях. Это, я думаю, безусловно, очень хороший опыт для наших ребят. Спортсмены состязались в двух разделах программы – ката, комплексы базовой техники и кумите – личные и командные спарринги. Важная особенность соревнований в дисциплине «Сетакан» в том, что в возрастной номинации соперничают спортсмены только одного года рождения и нет весовых категорий, так что ценность каждой медали очень высока. Мячи продемонстрировали волю к победе и мастерство. В чемпионате округа наши спортсмены заняли 3-е место в командном кумите среди мужчин. В споре женщин Дарья Ефимова выиграла золото в кумите и завоевала бронзовую награду в разделе ката. Соревнования проводятся на очень высоком уровне. Приезжают спортсмены из разных регионов Сибири. Для меня это был вызов. У меня сегодня получались взрывные атаки в голову. Я работала руками, опережала соперницу и старалась быть быстрее. Добавила в ударах ногами, ударах руками, и сегодня у меня все получилось, я была сильнее. На первенстве мячи завоевали 2 золотых, серебряную и 13 бронзовых наград. Наши сильнейшие спортсмены представят регион на чемпионате и первенстве России, которое пройдет в начале мая в Москве.